Доброе утро. Пошла тут на утренний обход орхидей и вспомнила, что забыла снять посадку малышек, которые мне пришли недели три, наверное, назад. Вот эти две красоточки. Одна у меня посажена в пивной бокал, а вторая просто в пластиковый контейнер. Хочу показать вам результаты, как я садила и что с ними стало за это время. Внизу керамзит, живой мох, крупная кора, кока-чипсы и немножко прижата крупной корой. Здесь кока-волокно для лучшей аэрации. И вот наши первые результаты. Раскукленные корни. Вот они какие жирненькие. И та-да-да-дам! Два цветоноса. Это мультифлорочка. Она потрясающая. Она такая яркая. Это от Орхарая она идет. Видео о получении распаковки есть на канале. И вот такая вторая. Корешочки там у нее. Есть два корешочка, но в пластике она похуже уже растет. Посмотрю за ней. Я думаю, что, скорее всего, через недельку я ее тоже посажу в стекло. Вот у нее там есть корешочки и новый листочек. И еще могу похвастаться вот такой, вот таким цветочком, который уже растет цветонос. Вот такие вот у нее длинные корешульки. Вот они растут. Растут они в горшочек, растут они в посадочку. Это, ой, дай бог памяти, это красный восковой цветочек, он идет без названия, ароматит. Вставлю фотографию. Не так давно его тоже получила, где-то в начале апреля. 2 месяца уже получается. И вот он у нас такой красавчик во время пересадки. Я ему повредила листочек, но я его прям порвала, прям полностью его порвала. Вот он маленький совсем был, вот такой вот. Вот, но я его оставила, ничего не стала с ним сделать, и вот он зарос. Так что, в принципе, все хорошо. Красота, растем. Мама не может нарадоваться. Все, всем пока-пока. Добра, любви вам.